24 декабря был сочельник. Вот такую картину я намедитировала, написала. Это зимний пейзаж, тем более, что снега сейчас много. Но она получилась большая достаточно. Осталось оформить в рамку, и она будет висеть где-то на стенке. А чем вы занимались? Сейчас я попробую увеличить как-то, ближе снять. Ну, вот такой вот пейзаж. Дорогие мои, я желаю, чтобы все плохое, что у нас было, и что, возможно, планирует быть в следующем году, чтобы все осталось в старом. Я всем желаю удачи.